Друзья, каждый раз, когда мы приходим в турагентство, мы очень надеемся, что наши желания совпадут с нашими возможностями. Итак, внимание на экран. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, я бы хотела отдохнуть. Угу. Только не как в прошлом году. В прошлом году прям ад был. Ну тогда вы по адресу. Дело в том, что только для вас у нас есть отличное предложение. Отдых вашей мечты. Вот тоже скажете, отдых моей мечты. Прям отдых моей мечты. Только представьте. Пятизвездочный отель. Шикарная ривьера, великолепный променад. Карточкой рассчитываться или наличными? Что, простите? Я говорю, вы как рассчитываться будете? А, ой, вы знаете, дороговато. Есть вариант подешевле. У вас наличные или карта? Что? Я говорю, рассчитываться как будете? Да нет, дороговато, говорю вам. Знаете, есть еще один вариант. Правда, частный сектор, но свежий воздух и как бы плюсики, но есть. Ну, давайте. Мы встретились с тобой на жарком юге. Я говорю, как платить будете? Карточкой или наличкой? Ну, дороговато! Дороговато, да? Ну, тогда, мать, только так. We're going in.